Ломаю стереотипы. Что может вырасти на такой грядке? Сорняк и кругом укроп. У меня вырос чеснок. Вот такой чеснок. Посмотрите, какие головки. Машала. Сейчас я этот чеснок весь помою и повешаю сушиться. Вот такая красота у меня, машала. Помыла, высушила. Вот эти вот бульбочки пойдут осенью на посадку. Из своих бульбочек семена вот такие прошли. А вот это вот пойдет на еду. И на соленье. Вот такие хорошие бульбочки. Ой, бульбочки, чеснок. Сейчас он здесь подсохнет. Я его в сенки уберу, чтобы солнце не попадало прямое. Мне нравится лук мыть, чеснок мыть. А потом сушить чистенький. Вот эти стебли я пока не обрезаю. Он дает питание. Головка еще увеличится за счет вот этого стебля. Будет еще больше. И чеснок будет зреть, дозариваться за счет этих стеблей. А потом подсушится, я все срезаю, и будет